Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про міжнародну політичну ситуацію та роль України у світовій політиці. З нами політичний оглядач Юрій Райхель. Пане Юрію, вітаю вас. Здравствуйте. Перше питання – ситуація навколо Ізраїлю. З одного боку, маємо факт ліквідації лідера ісламського джихаду, з іншого боку – обстріли, ракетні обстріли території Ізраїлю. Чи не говорить це, що ми на порозі нового глобального міжнародного конфлікту? Наряду с тем, что был уничтожен один из лидеров, израильтяне атаковали в Дамаске сирийскую штаб-квартиру исламского джихада, хотя лидеру в форточку опять прилетела ракета. Это не фигура речи, это реальность. Но он в этот момент вышел, так что погибли его окружение, но сам он уцелел, хоть и ранен. Нет. Мирового конфликта не будет из-за этого, но напряженность на Ближнем Востоке будет. И здесь ситуация, связанная не только и не столько с Израилем, хотя непосредственно он имеет к этому отношение, как и исламский джихад, но проблема в том, что это попытка Ирана взять под контроль хоть часть территории Сирии и Ливана, где сейчас очень такие крупные политические события, связанные с внутренней нестабильностью этого государства, где Хамас, который в секторе Газа, где оперирует исламский джихад и обстреливающий Израиль, Хамас хранит молчание. И Израиль предупредил Хамас, что, как говорится, сидите, ребята, тихо, иначе будете получать по полной программе. Они уже знают, что за этим следует. И сейчас израильтяне воюют исключительно с исламским джихадом, который тоже содержится на иранские деньги, но не только. Поэтому здесь ситуация закручивается не только в непосредственных обстрелах Израиля. Обстрелы эти больше носят демонстративный и такой нарушающий обычный порядок вещей в Израиле, но ущерб относительно небольшой, потому что там объявляются воздушные тревоги, останавливается транспорт, дети не ходят в школу, часть магазинов не работает, я имею в виду в Израиле. Но если посмотреть, что выпускается 500 ракет, а реально там где-то и куда-то попадает одна, максимум две. И, ну, есть раненые не сильно, но вот такого, чтобы погибли люди. Да, есть определенный материальный ущерб. Но в очередной раз продемонстрирована очень высокая эффективность израильской противовоздушной обороны. Вот это так называемый «железный купол», который накрывает практически всю территорию Израиля и не дает возможности нанести большой материальный ущерб. То есть в значительной степени этот обстрел носит информационный характер. И здесь это внутриполитическая ситуация в Израиле, где после парламентских выборов идет формирование новой коалиции, а она не складывается, потому что парламентские выборы фактически завершились в ничью. И там не получается создать коалицию. Вы имеете на увазе остальные выборы в Израиле? Да, в Израиле. Вот недавно прошли парламентские выборы. В результате там сложилась такая ситуация, что Нетаньяху не смог создать коалицию. Теперь другой, Ганц, пытается создать коалицию. По израильскому закону на это отводится 28 дней. 14 дней уже прошло. Осталось еще 14. И если ему не удастся создать коалицию, то новые выборы. А страна уже проводит в этом году два раза выборы, третьи выборы, ну просто это уже даже накладно в материальном смысле. То есть это воздействие на внутреннюю ситуацию в Израиле. Нетаньяху пытается использовать это для укрепления собственных позиций.
его противники точно так же. И ответы израильской авиации, которая охотится за этими пусковыми установками, там уже 20 палестинцев погибло в результате этого. В общем, это такой локального характера конфликт, за которым стоят внешние игроки. Иран, в какой-то степени Россия и Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты более удаленно. И... Тобто, з одного боку, Іран і Росія, з іншого – Сполучені Штати. Да, но не совсем Іран і Росія – це не одна сторона, а це дві сторони. Тобто, ми маємо трьохсторонній, треугольник. А, тобто, Росія грає свою гру. Да, і Росія грає свою гру на дальніх рубежах, називаємо це так, знаходяться Соєднені Штати, арабські монархії, в першу чергу Катар, який матеріально содержит сектор Газа в значительній степені. И это же ситуация в Сирии, где Турция там отхватила кусок сирийской территории, и там есть большие проблемы между Москвой и Анкарой, Турцией и Россией. И вот это все закручивается в такой узел, который, тем не менее, ограничен в локальности. Это внутри-ближневосточный конфликт, который на сегодняшний день не выльется в что-то глобальное или не выплеснется, там, я знаю, в регион Персидского залива, например. Потому что нет ресурса. У Ирана нет ресурса на большой конфликт, а арабские монархии Персидского залива не заинтересованы в большом конфликте по своим причинам. Поэтому вот это вот будет вот так вот крутиться, обстрелы будут какое-то время продолжаться, пока не придет это в очередное равновесное состояние, когда внешние игроки, управляющие там, тем же исламским джихадом, скажут, ну все, ракеты кончились, теперь перерыв до следующей партии ракет. А исламский джихад – это сунниты или шииты? Это сунниты. Сунниты. А навіщо тоді це Ірану, як шиитской державе? Это способ борьбы с Израилем. Иран, несмотря на всю эту прошиитскую риторику и борьбу с суннитами, иранское руководство очень прагматично. А шиитов других нет. Сектор Газа и Хамас, и исламский джихад и так далее – это все суннитские организации, других нет. Иран вынужден с этим опираться на того, кто есть, а других нет. Ну, напевне, пояснимо нашим глядачам, що сунніти і шиїти – це приблизно як у християнстві, католики та православні. Да, ну, зрозуміло, що так собі порівняння, але для прикладу. Ні, це приблизно так же состоїть, і вони там немножко різні ідеологічні і релігіозні основи. У них є по-другому відношення до Корану, але приблизно так, як ви сказали. А більш глобальне таке питання. Чому на протязі століть на Близькому Сході саме релігійний чинник є основним фактично фактором протистояння конфліктів і воєн, як локальних, так і глобальних? Це релігіозні одежди. На самом деле там проблема в внутрі ближньовосточна – це проблема території. Второе – це крайне важный стратегический пункт. В свое время Великобритания захватила вот эту вот палестинскую территорию после Первой мировой войны. Поделила с Францией наследство Османской империи. Это все была Османская империя. То есть Сирия отошла как подмандатная территория Франции, а вот Палестина и Иордания и нынешняя территория Израиля – это все была английская подмандатная территория. Почему? Потому что это Англии нужно было там закрепиться, чтобы контролировать Суэцкий канал. А Суэцкий канал ей был необходим, потому что это был путь в Индию, а Индия тогда была британской колонией. Поэтому и на сегодняшний день стратегическое положение Ближнего Востока трансформировалось, но не изменилось. Это исключительно важный стратегический пункт. Просто акценты сместились и в сторону Турции, Балкан, с учетом там, Косово и так далее, там ситуация на Балканах. Это контроль над Египтом.
И вот это Восточное Средиземноморье теперь получило новый стратегический момент. Огромные, просто несравненно огромные запасы газа и частично нефти. Потому что если начать это в территориальных и экономической зоне Израиля, Кипра и Египта, частично Турции. Но с точки Турции, с той стороны, где Турецкая Республика Турецкого Кипра. И вот уже сейчас разрабатывается проект газ. Израиль решил свои проблемы, газовые проблемы, полностью теперь он на самообеспечении газом и готов уже поставлять на экспорт. И Египет хочет поставлять, там итальянцы ведут разведку. И сейчас готовится проект подводного газопровода на Балканы, примерно в первую очередь 16-20 миллиардов кубометров. Дополнительный конкурент российскому «Газпрому». И это дополнительная важность вот этого региона Ближнего Востока. Вот поэтому Ближний Восток, несмотря на вот это вот религиозное очертание, он на самом деле представляет собой вот этот вот важный кусок, где сходятся интересы как локальных, местных игроков, игроков второй линии, ну, например, там, монархии Персидского залива, Турция, Иран, и глобальных игроков, типа Соединенные Штаты, Европа в той или иной мере, ну и Россия, а теперь уже и Китай. Потому что Китай активно занимается, сейчас они в Красном море сделали военно-морскую базу, и теперь Китай занимается вопросом того, как бы ему сделать в регионе Ближнего Востока свою военно-морскую базу. Вот почему Ближний Восток на обозримый период там спокойствия не будет. Тобто можна сказати, що політика, навіть у випадку Близького Сходу, це в першу чергу економіка. Несомненно. Хоча, знаєте, дуже трудно определити, де кінчається економіка і починається політика, і наоборот, де політика переходить в економіку, тому що вони завжди тісно переплетені, а в регіоні Ближнього Востока це просто тугий політичний узел, який зверху прикрит, як ви сказали, релігіозною оболочкою. Наступне питання. Нещодавно, буквально декілька тижнів тому, президент Трамп оголосив про ліквідацію лідера ісламської держави, колишнього ІГІЛ, Аль-Багдаді. Це фактично означає кінець терористичного халіфату, який був, скажімо так, однією з тих квазідержав, про яку говорили на протязі десятиліття останнього. Нет, это не означает, хотя деятельность исламского государства, она несколько ограничится и локализуется, потому что изменяются системы финансирования и содержания этого государства, так называемого. У них отобрали нефтяные поля в Сирии, которые они эксплуатировали, продавали нефть с большим дисконтом в ту же Турцию и получали деньги на свое финансирование. Сейчас у них этого нет, потому что эти нефтяные поля контролируются курдами и американцами. И несмотря на турецкое вторжение, американцы не собираются отдавать эти, ну и через курдов не собираются никому это отдавать. Поэтому возможности исламского государства несколько ограничены. Но те спонсоры, которые у него были, они ведь остались. И его деятельность будет продолжена. А спонсор это кто? Какие интересы они преследуют? Это в том числе есть Катар частично. Несмотря на внешнюю риторику враждебности, это Иран в какой-то мере. В какой-то мере Турция, хотя опять же риторика такая, что мы же их там к ногтю, как говорится, на самом деле это не так. Вот примерно вот такая вот, там есть еще, очень многие спонсоры исламского джихада, они, исламского государства, да, они не публичны.
Но, тем не менее, они есть, в том числе и среди монархий Персидского залива. Потому что в силу целого ряда обстоятельств им этот внешний враг нужен для того, чтобы внешняя угроза позволяет частично компенсировать угрозы внутренние. Поэтому, да, исламское государство будет заниматься террористической деятельностью, хотя возможность у него гораздо уже, чем это было, когда они оккупировали или занимали значительную часть территории Ірака. Ну і все ж таки, які інтереси переслідують Туреччина, Іран, інші держави, Катар? Значить, Турція, у неї є непосередственний інтерес – це відвинути границю і удалити від цієї границі курдів, тому що на території Турції від 22 до 32% населення – це курди, яких турки курдами не признають. И там им запрещают язык, сейчас несколько меньше, но школ на курдском нет. Ну, и, в общем, это такое, ну, как бы в определенной степени в Турции дискриминируемое национальное меньшинство. И у Турции, у Эрдогана есть интерес вдоль этой границы на севере Сирии разместить арабское население, а там курды жили. Очень давно, разместить арабское население и тем самым отделить турецких курдов от сирийских курдов. Вот это вот главная, как говорится, цель вот этой турецкой операции по оккупации северных территорий в Сирии. Ну, еще турки думали разгромить военные силы курдов, но у них это не получилось. Американцы курдов отвели на восточный берег реки Евфрат и сохранили всю военную организацию и вооружение курдских формирований. Это один интерес, турецкий интерес. Интерес монархии Ирана – это создать так называемый шиитский пояс. Иран, Ирак, где шииты живут в южной части Ирака, в Сирию и выйти на побережье Средиземного моря. Одновременно на северные границы Израиля и создать таким образом плацдарм для дальнейших атак против Израиля с территории Сирии. У них не получилось это делать в Иордании, но вот они теперь пытаются это сделать, сделать военно-морскую базу Ирана в регионе Средиземного моря, в восточной части. И вот этот вот шиитский пояс контролировать Сирию, контролировать восточные, западные части Ирака и вот таким образом превратиться в доминирующую региональную державу на территории не только Ближнего, а и Среднего Востока. Вот это вот план и цель иранских аятолл. Что касается Катара, то у него цель очень простая. Катар – очень богатое государство, государство маленькое, но элита катарская, у нее очень большие амбиции. От больших денег – большие амбиции. И Катар занимает доминирующий на сегодняшний день, ну, пока вот с Соединенными Штатами, на рынке сжиженного газа. Катар крупнейший поставщик. Ну, сейчас американцы их обогнали, но до этого они были крупнейший поставщик сжиженного газа. На этом деле у них большие, большие прибыли. И поэтому они пытаются играть ведущую роль, в том числе и на Ближнем Востоке. Вот это основной интерес внешних игроков, которые там участвуют. Мы сейчас не говорим о России, Америке и Европе. Фактично, ми зараз говорили про певні такі моменти, що пов'язані з ескалацією конфліктів на Близькому Сході, зокрема. Я пропоную поговорити про певний шлях до миру. Зараз відбувається в Україні вже розведення військ. Що це означає у глобальному і в локальному плані? Це настання миру чи ні? І які наступні кроки мають бути? Я скептично відношусь до того, що це буде мир. Мир не будет, потому что Москва мира не хочет.
невозможен мир, если одна из сторон, задействованных в этом процессе, мира не хочет. Сколько бы вы ни хотели мира, а на той стороне не хотят. Отсюда бесконечные претензии, бесконечные условия. И вот сейчас новые условия, потому что Москве мир на Донбассе не нужен. Сейчас не говорим о причинах, почему это так, но слишком много причин у Москвы не хотеть мира. Ну, давайте все-таки назовем хотя бы одну-две причины. Первая причина – это великодержавная. Попытка восстановить доминирование Москвы на постсоветском пространстве. В том числе и в странах Балтии. Как ни странно это звучит, они же члены НАТО, они члены Евросоюза, и тем не менее у Москвы есть такой план. И это касается не только стран Балтии, это касается Польши, это касается Венгрии. Вот колишній Варшавский блок, фактично. Ну, примерно так. Он визит Путина в Венгрию, вот это типичный пример попытки восстановить, пусть не в виде Варшавского договора, хотя Коломойский об этом говорил, но, во всяком случае, вот влияние Москвы. Давайте пояснимо, все-таки, може, не всі пам'ятають історію. Варшавський договір – це певний договір між країнами соціалістичними в 50-х-80-х роках, фактично, такий, ну, щось схоже на НАТО. Але соціалісти. Да, ні, це був блок, який був відповідом на НАТО. Правда, він опоздав на 6 років, але тим не менше. Так, НАТО – це 49-й рік, да, Варшавський это... договір – 55-й. 55-й, да. І вот эта вот імперська глобальна цель, вона касається не тільки України, як ми сказали, на Западі, але вона касається і на Востокі. Це Южний Кавказ, Азербайджан, Грузія, Арменія. Это Центральная Азия. Это вот по этой причине в этом конфликте, который Москва затеяла со своими соседями, Украина в данный момент занимает доминирующее положение. Потому что если по-московски решить украинский вопрос, назовем это так, то тогда вся вот эта конструкция на постсоветском пространстве приобретает второе дыхание. Сейчас она в полуобрачном, таким полуживом состоянии, а тогда она может приобрести второе дыхание. То же самое вот сейчас эти происки Москвы в Молдове, вот, и так далее, и так далее. Вторая причина – это чисто промышленная, экономическая. Без Украины очень плохо. В частности, без Украины, в какой-то степени Белоруссии, Москве плохо. Но я приведу простой пример. Москва доминировала в ракетном вооружении. А сейчас получается, что Украина, которая по московским понятиям должна была давным-давно упасть, и должна была быть упавшим, несостоявшимся государством, приобретает для своей армии ракетное вооружение собственного производства. В Москве никогда на это не рассчитывали. Для них это большое удивление, что Украина на это сподобилась. Они же считали, что тут все уже упало, все, и никогда не поднимется. И это для них очень большая проблема. Потому что если украинская армия получает ракетное оружие дальностью до 1000 километров, то это от Харькова до Москвы. Сейчас мы не будем говорить о средствах ПВО, это отдельный вопрос. Но сам по себе факт. И когда их это для российских генералов, это ночные кошмары, фигурально выражаясь. Потому что прозападная Украина, даже не вступившая в НАТО, но антироссийски настроенная по их собственной вине, для них это нескончаемая головная боль. И они должны эту проблему решить. Потому что если они Украину не решат в своем духе, то это пример для всех других. Для той же Беларуси, батька Лукашенко, он только что из Европы вернулся. У него же на нуле были отношения с Европой, а сейчас он пытается что-то наладить. Это Южный Кавказ. Ну, Грузия уже прозападная.
Азербайджан проводит, так сказать, среднюю линию, но он же может в любую минуту сместиться от этой средней. Вермения також стає прозахідною державою. Да, в Армении не все по-московски, и это их очень беспокоит. И у них огромные проблемы в Центральной Азии. Поэтому они столь сосредоточены, они не могут в Украине проиграть. И для того, чтобы не проиграть, они готовы воевать с Украиной сколько нужно. А чи відбудеться найближчим часом зустріч в нормандському форматі Британія, Франція, Україна, Росія? І мені представляється, що ні. На сьогоднішній момент Росія такої зустрічі не хоче, тому що їй ця зустріч не потрібна. Це протирічить її політиці. Якщо вони прийдуть на зустріч в нормандському форматі, вони повинні будуть на щось согласитися. В любом случае, это ограничение роли России на Донбассе. А они этого не хотят. Они уже поняли, что встроить Донбасс в таком виде, как он есть, в Украину не получается. Поэтому у них остается одно – тянуть резину. Во времени никуда не спешить. Отсюда перерыв, как сказал Песков вчера, пресс-секретарь Путина. У них перерыв, пауза в подготовке встречи в нормандском формате. А взагалі така зустріч потрібна, з вашої точки зору, для України в першу чергу? Если на этой встрече Украина добьется дорожной карты, реинтеграции Донбасса на наших условиях, то есть контроль над границей, выборы по украинским законам Украинской Центральной избирательной комиссии, свобода действий украинских СМИ, украинских партий и так далее, то тогда да, это нам нужно. Но России это не нужно. Она никогда на это не согласится. Ну, при нынешнем правительстве России, при Путине, они никогда на это не согласятся. Поэтому мне представляется, что я скептически отношусь к перспективе в ближайшее время нормандского формата. Это должны быть какие-то внешние события, какие-то невероятные. То есть принципиальные изменения американской политики. Другой президент, другая Америка. Пока они взяли паузу, во-первых, о том, что они сказали, во-вторых, они ждут, чем закончится американский внутренний кризис. И как это отразится на поддержке Соединенных Штатов Украины. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Юрієм Райхелем. На все добре.